Всем привет, друзья, с вами Макс. Сегодня мы с вами, я с вами поговорю на тему American Truck Simulator. И в этом видео я объясню, насколько я ненавижу эту игру, ребят. Да, конечно. Простите, вы, конечно, хотели бы, чтобы я сейчас, наверное, играл, да? Ребят, если вы хотите, чтобы я играл, поиграл в эту игру. Я ее не устанавливал, потому что меня такую хрень устанавливать даже не хочется. Сегодня я вам объясню, насколько я ненавижу эту игру. Смотрите. Вот. Короче. American Truck Simulator. В Стиме она стоит. Вообще, вот, без распродажи, без летней. 1199 рублей. Ну, просто 1200, короче. Стоит эта игра. Ребят, в чем различие? Вот сейчас посмотрим с вами даже. В чем различие? Вот сейчас я менюшку найду. В чем вообще вот различие American Truck Simulator и Euro Truck Simulator? Вот сейчас давайте с вами вот посмотрим вот это вот. Сейчас вот. Вы сами все увидите, насколько какой-то ужас. Сейчас я звук немножко включу. Сейчас вот вы увидите, ребят. Сейчас, блин, без звука лучше. Смотрите. Ребят, интерфейс Euro Truck Simulator. Даже хуже. Тут видно, что тут добавили, написано, что добавили множество грузовиков. Множество, два грузовика, Peterbilt и еще что-то. И все. Ой, вообще просто, ребят, ненавижу я эту игру. Вот, смотрите. Эта игра стоит 1199 рублей. Сейчас я посмотрю, сколько стоит Euro Truck Simulator. Сейчас. Евро. Сейчас вот без скидки, мне интересно, сколько он стоит. Без скидки он стоит 600 рублей, ребят. Вот, смотрите. Вот. Вырубил даже звук, может раздражать. Звук-то вырубил. Ребят, у меня вот такой вопрос. Сейчас обратно на нашу тему. Смотрите, 600 рублей, ну, 599 рублей и различия, да? Во-первых, в Euro Truck Simulator сделают так, что хотя бы при аварии машина отскакивает чуть-чуть, да? Тут же, это как в Euro Truck Simulator просто. Первой части, понимаете вы этот ужас, да? То есть, смотрите, ближайшая, и там написали, как, ну, написали, что когда в полицию влезаешься, она, короче, сирену включает и штраф выписывает. Ребят, то, что не было этого в Euro Truck Simulator, это не значит, что игра плохая. Давайте поговорим с вами про карту, American Truck Simulator. Карта у него вообще мизерная. Сейчас даже включить ее попробую. Ребят, вот, собственно, вся карта American Truck Simulator. И за эту игру нас еще просят 1200, понимаете вы? Вот за эту вот мизерную карту. Но она, конечно, чуть побольше, просто на картинке. Я могу, конечно, игру скачать, если вы так хотите. Но на картинке она просто поменьше, наверное, будет. Ребят! Это как понимать? Я сейчас включу карту Euro Truck Simulator, и вы просто поржете, сравните ее. Вот смотрите, вот этот ужас. И сейчас вы увидите на экране карту Euro Truck Simulator. Ребят, ну это жесть по сравнению, смотрите. Вот запомнили вот эту карту мизерную, и посмотрите на эту. Это еще не вся. А там чуть-чуть пролистать. Ну смотрите, просто вот. Ребят. Ну, как так можно? Ненавижу разработчиков American Truck Simulator. Вроде бы только пофиксили все во второй части. Она стала идеальной игра, просто, практически. И на тебе эту хрень сделали, честное слово. Я поаплодирую, блин, им, честное слово. Ребят, что я вам расскажу? Ни в коем случае не покупайте... Ни в коем случае не покупайте American Truck Simulator. Сейчас, ребята, задержка была, потому что я в Steam перешел, на паузу видео ставил. Ребят, ну это капец.
Ребят, ну вы поймите, сравните, блин, 1199 и 600, 1200, округлим. И 600 рублей, ну блин. И для 600 рублей эта игра охренительная, понимаете это? То есть вот тут системные требования, вот смотрите. Вообще Windows 70, короче, рекомендованная. Windows 7, 8, 10, 4-битная система. Ребят, 3 гигабайта на диск. Сейчас посмотрим, сколько Евротрак симулятор. Сейчас сравним. Сейчас. Сейчас скидки, ребят, летние. Заходите в Steam, покупайте игры. Мой друг КС-ку сейчас за 200 чем-то рублей купил. Сейчас. Даже если по этому сравнивать. 3 гигабайта, да, тут тоже, кстати, 3 гигабайта на видео, но тут-то она и стоит дешевле, она и лучше во всем. Ну вообще, ребят, на ней как-то больше, и вообще, блин, она охренительная для своей цены просто. Вот American Truck Simulator, сейчас снова найду этот ужас. Вот American Truck Simulator для своей цены, это вообще хрень, понимаете? За такую цену я бы, если лучше Mad Max'а, блин, куплю. Честное слово, ребят. Не, ну это конец. Люди вроде бы, вот эти вот разработчики, они вроде бы научились игры делать. И ни хрена они не научились, понимаете, ребят? То есть, ну это конец. Это капец. Блин. Ребят, это вообще кидалово какое-то, честное слово. Не покупайте American Truck Simulator, лучше купите, сейчас скажу, лучше купите Euro Truck Simulator. Она хоть и стоит дешевле, зато она лучше. Америка, ребят, хоть там Европа, а не Америка, зато там больше. В нем можно Россию установить, в конце концов, в нем можно грузовиков, в ней много, да? Даже вот по игре, по сравнениям, блин. Ладно, ребят. Хорошо, заканчивать, мне уже плохо от этой игры стало, от этой картинки, честное слово. Ребят, что я вам скажу? Евротрак симулятор ни капельки не лучше, в 100 раз лучше Евротрак, чем American Truck. АТС хуже в 10 раз, в 100 раз хуже, чем ЕТС. Ребят, не покупайте эту хрень, пожалуйста. Я прошу вас, вот, все мои подписчики, если ее нет у вас, ни в коем случае эту хрень не покупайте. Ладно, ребят, думаю, сказал, это я уже раз 10-й. Ребят, надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то ставьте пальцы вверх. Потому что, ну, если вы хотите больше таких сравнений игр, то да, ставьте лайки. Надеюсь, вам понравилось это видео. Всем удачи и пока.